Всем привет, это СБ1813 или ProSign, продолжаем реакции. Тут Синснейк выпустили новый трек с новым клипом, называется он My Soul is a Wasteland. И это круто, потому что что-то давно я от них ничего не слышал, не видел нового. Последнее, что у них, по-моему, было новое, это клип на один из треков прошлогоднего альбома, который достаточно мне понравился. Вообще, одна из, наверное, корейских реально крутых, прям мощных, но при этом еще и трансформовых групп. Вот, так что за это им прям мега плюсик. Плюс у них прикольные кавера еще были. Мне, кстати, понравился их кавер на Slipknot, который они делали, тоже достаточно неплохо было. Тем не менее, я все-таки ждал, когда они вот не все-таки не каверы, не старые, а что-то прям новое сделают с новым, опять же, треком, с новым клипом. Так что давайте сейчас посмотрим. Я надеюсь, будет годнота, потому что, ну, до этого они прям годноту делали. Вот, и в принципе, поехали. Го, очень интересно, что они там понаделали. Поехали. Кстати, я помню, у них клипы достаточно крутые раньше были. Прям они такие, ну типа тоже. И в локациях, и все такое. Ну нормально пока. У них ударник стал похож на человека. Ну то есть и как, типа, просто он раньше очень чуть ли не по-викейному выглядел. Ну, как будто у них с бюджетами какая-то беда стала. Это же тоже клип на белом фоне. Без каких-либо приколов. Хотя песенка прям, ну, вполне себе неплохая. Хотя вот тут транскора вообще нет, они как будто немножко отошли от него. Знаете, на самом деле, что вот тут и хоть и нет электроники в этом треке. Кстати, а у них электрончик же вроде был, нет? Может, у них теперь вообще нет электроники? Это интересно. Хотя вот что-то сейчас пошло по этой симфонии. Короче, вот эта группа лично для меня иронично заменители Blast and Child. Потому что вот ту кринжу, которую сделали Blast and Child последние два альбома, я, честно говоря, даже реагировать не хочу. Хотя, конечно, можно еще попробовать расслушать, как это было с предыдущим альбомом. Но в плане звучания и вот этого всего, это, конечно, небо и земля. Вот эти чуваки, они, ну, похоже звучат как раз. Опять же, по вайбу. На Бладу. Но что-то там тоже такой, типа, металкорчик. Такой, ну, причем, вполне приятненький. С гармониями приятными. Мелодически вот это все. И с отличным еще женским вокалом. Мне очень нравится, как она поет. То есть она не супер-пупер, но она прям, ну, все попадает и прям вот идеально такую музыку, как будто бы. Я же говорю, вот для меня теперь это заменители Blast and Child. Я максимально рад, что вот у них что-то вышло. Потому что после релиза Влада, ну, конечно, хотелось бы что-то нормальное послушать.
Еще не знаете на этих, на Undead Corporation похожим. Undead Corporation это по сути тоже заменитель для Blasted Child. Да, прям вполне. Да. Так, ну вот, посмотрели клип, послушали трек My Soul is a Wasteland от группы Sinsnake. И да, в конце там показали, у них еще выходил же трек, который посвящен этому линейке онлайн. Но, честно говоря, я вообще не помню, как он звучит. Он вроде был неплохой, но там это все-таки немножко другое было. А вот именно прямо, чтобы их прям полноценный трек с именно их клипом ни к чему не приурочено. Это вот наконец-то мы дождались. Ну, короче, все, что я говорил в реакте, что это заменитель лично для меня Blasted Child. И да, корейский, но тем не менее. Как бы от этого не хорошо, не плохо, да? Просто вот факт. Потому что, к сожалению, Blasted Child прям, ну, хрень какую-то начали делать. Я не понимаю, что с ними не так. Потому что они сделали два альбома. Два альбома в этом году у Blasted Child вышло, если кто не знает, вдруг, да? Рассказываю. И несколько клипов. Я просто, ну, пролистал эти клипы, и я такой, ё-моё, ну, типа... Просто насколько я люблю старых Blasted Child, даже не старых, а вот прям вплоть до последнего их альбома, когда они там опять сформировали со старым вокалистом, и что-то прям вот не в туда куда-то у них сейчас это все максимально ушло, и то, что они там, то, что я увидел на клипе, то, что я послушал на альбомах, я такой, короче, как-то буду я это еще раз переслушивать много раз, но пока на реакции как-то боюсь брать, кринжевать, типа, с группы, которые идут, зачем. Вот, а в Sinsnake все очень-очень хорошо, то есть мне максимально понравился торчок. Он не супер-пупер, опять же, такой модерновый металкорчик, да, с... какие-то вставочками там, да, эпичными, с женским вокалом, очень приятным, кстати. Вот, а так, как бы, все по канонам, как бы, брейкдавины есть, как бы, всякие там рифаки есть, все, как бы, по кайфу. Ну, не знаю, мне понравилось, не понравилось. Опять же, не вау, но вполне себе звучит неплохо. Ну, единственное, видосик хотелось бы, конечно, постилевее, потому что раньше, вот я помню, у них первые видосики, которые вот они сами, не каверы, которые они сами делали, у них прям очень стилевые были, я помню, там на фоне контейнеров у них очень крутой видос был. И этот трек, с которого я их начал слушать, где там еще вечеринку у них, тоже супер круто же было. Да даже последний клип, на который я помню, вот делал реакт, который не на финалку, а на последний клип, который у них очень такой что мелодичный. Там тоже в поле они что-то там гуляли. Ну, блин, белые, все же, вы же не Desperado. Не надо, пожалуйста, к этому привыкать. Все-таки клипы надо делать хорошо. А если уж на белые, как бы, опять же, да, на циклорамы всяких и так далее, то как-то надо придумывать, чтобы это тоже... Ну, ладно, окей, типа, один раз можно, но, говорю, нельзя к этому привыкать, это будет очень так себе. Но в целом мне все понравилось. Так что спасибо всем. Посмотрим реакцию. Ссылочки в описании. Нравится, не нравится. Сами все знаете. Вот, кстати, сегодня не жара. Я сегодня наконец-то кайфую, балдею от реакции, как положено. Вот. Так что да. Короче, ладно, все. Будем обязательно ждать, чего у них еще повыходит. Я надеюсь на какой-нибудь релизик, там и пишечку, альбомчик. С удовольствием такое послушаю. И надеюсь, что они все-таки еще, ну, не полностью закончили с транскорчиком. Надеюсь, что транскорного что-то у них будет. Хотя вот именно в этом треке не было вообще ничего. Ну ладно, поживем, увидим, собственно. Ладно, все, я пойду. Пока.